Кызылординский городской суд запретил журналистам освещать дело экс-акима области Куанышбека Искакова. Такое решение принято в связи с просьбой прокурора, который попросил суд не удовлетворять прошение журналистов об участии в процессе. Однако сам Куанышбек Искаков и его адвокаты не были против присутствия СМИ в судебном заседании. Суд же решил отклонить прошение журналистов, обосновав это ущемлением в правах одной из сторон. Отметим, что помимо экс-главы области на скамье подсудимых находятся два его бывших заместителя и два бизнесмена. Напомним, чиновник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, остальные в пособничестве. Я не против участия СМИ, потому что это дело вызвало по республике резонанс. Поэтому журналисты должны знать об этом деле все и разобраться, что к чему.